Домино. Онлайн дурак ойнайсың ба? 5 миллион бар менде. Онлайн дурак деген, это карта же, да, вроде? Карта, я, блин. Короче, авиатор нет, да, короче? Просто мне, короче, предлагают, типа, поиграть авиатор. Мне интересно вот этот самолетик, короче, всякая фигня. И этот, хотела попробовать. Ну, типа, мне предлагают, говорят, дадут стратегию, ты по ней играешь. И вот то, что поднимаешь, типа, оставляешь себе и даешь проценты им. Ну, типа, прикольно то, что им сначала не платишь, короче. Это что, азартные игры? Не знаю. Как по мне, это прикольно. Ставка биска и... Замануха это. А смысл им, типа, эти деньги-то не им, а приложению, считай, идут. Онлайн-казино. Понятно. Прикольно. Ладно. Я слишком наивна на такие темы. Короче, я один раз, представляете, вложилась на какую-то фигню в Телеграме. И отдала туда 80 тысяч. Просто вот на ветер, чтобы вы понимали. Я очень наивная. Что самое, ну, понимаешь, что там самый оптимальный вариант. Ой, на какую игру? Авиатор, ма? Привет, Белл Бет, сыграй. Что это такое? Белл Бет. Я подскажу. Спасибо большое. Сен платын болсан, сан бер салам дейді. Атым Рамиля. Қай ойын ол алмат. Я запчасть. Достар. Сейчас я номер напишу. Вот номер. Пишите по этому номеру WhatsApp насчет запчастей. Просто через этот телефон я снимаю эфир и не смогу отвечать. А там ответит. По этому номеру можете писать WhatsApp. И можете на Каспи отправить мне $10,000. Так, всем спасибо. Через Хром попробую скачать. Я сам из Алба. Попробую. Что смеетесь? Что вы смеетесь? Дублирую номер. Пишите по этому номеру насчет запчастей. И скидывайте мне $10,000. Ну или 10 тысяч тенге можете скинуть. Я не буду против. Байын барма дейді, жоқ, вот именно байым жоқ, сол үшін маған ақша жіберіңдерші. Лучше в NFT уже пробовать играть, чем авиатор. NFT это слишком дорого же. Спасибо большое, Тахир. Нужно.
семус. Хочешь? Алтын Дамиля Уйгуркасынба. Дубай не хочешь? Хочу. Хочу, конечно. Девушка, здравствуйте. Такая фурнитура у вас не продается, защитная? Для пасеков боковых этих? Нет, 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 такого нет. Нет тоже такого? Нет. А где здесь продают вообще? Это для чего вообще? Это боковые, вот эти пасеки, вот боков эти закрепляют. Ну, где вот эту плотину, заткните на это. Не трави? Не трави, нет. Это вот по краю машины идет, вот туда. Внутренняя трубка вот такая, и там пластиком закрывается. Вот этот пластик на этом держится, вот на этих вот. Такие закрытые, ну это похоже просто на закрытый рулоник. Не-не-не-не. Поехали. Поехали. Ребят, вот поэтому наверх пишите. Hi, Suiza. I'm Nick from England. Give me a line, please. Подсидим. Я юбку заморала. Ну, ничего страшного. Да, серьезно? Give you what, darling? Darling, give me line, please. Give me TikTok universe. Ау? Почему? Нет. No. А, ну он дар вертит. И когда тебе удобно. Да, когда угодно. Можно летом. Какие запчасти продаете? На японцев и на корейцев. Хай. Да. Привет. Вы хотите меня замуж? Да, завтра. Сегодня же поздно же уже. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. Привет, Рамиль, как ты? Хорошо. Одни и те же вопросы. Топ-3 вопроса у меня. Знаешь, я в каких? Пишут, привет, как ты? Привет, как ты? Выходи за меня замуж. И сколько тебе лет? И еще 4-й Корсити. Или запчасти продаешь? Вот такие. Да, вы что за новое, знаете? Рамиля, вы так и не смазали стулом? Нет. Пишет, вы что, так и не смазали стул, говорит. Стул же скрипит. Привет. Буду ждать, когда скажешь готов. Хорошо. Ждите, я обязательно скажу. Такая красотка. Спасибо большое. Так приятно слышать это от девушки.